Армения обсуждает с Россией организацию нового пропускного режима для иностранцев на территорию Нагорного Карабаха. Об этом заявил главный уполномоченный Армении по делам диаспоры Заре Синанян. Синанян отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко. Люди, у которых нет российского или армянского гражданства, начинают испытывать проблемы с этим. У нас огромная диаспора. Они привыкли летом приезжать в Армению, они любят также посещать Нагорный Карабах. И вот, предстоящим летом может сложиться ситуация, когда много людей захотят поехать в Нагорный Карабах, но не смогут это сделать из-за этого режима, заявил Синанян. По его словам, речь идет о том, чтобы добраться до Ханкенди, Акдаре или других районов на территории, которые находятся под контролем армянской стороны и российских миротворцев. Сейчас новый режим такой, что надо подать заявку за 7 дней до поездки в представительство Нагорного Карабаха в Армении. Потом список передается российским миротворцам и потом решается, кто может приехать, а кто нет, пояснил Синанян. Он добавил, что в 2019 году до пандемии Карабах посетили по разным данным от 30 до 50 тысяч иностранных граждан. Сейчас заявок все еще мало, так как пандемия все еще не прошла и туристический сезон не начался, но все равно есть те, кто хотят поехать. У нас есть список организаций людей, которым было отказано во въезде, заметил Синанян. Здравствуйте! Куда направляетесь? Двое человек у вас, да? Оружие, боеприпасы, ничего запрещенного не перевозите? По дороге ничего подозрительного не видели? Все хорошо у вас? Все в порядке? Счастливого пути, проезжайте, будьте осторожны на дороге. Спасибо большое.